Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве LG K7, K8 2017 произвести операцию Factory Reset, то есть сброс всех настроек до заводских. Для начала открываем настройки, затем переходим в раздел «Общие», «Резервная копия и сброс», «Сброс настроек», «Сбросить настройки телефона», «Удалить все» и затем «Сброс». И после этого телефон будет перезапущен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.